То, что ты попросил уточнить про Исруди, я уточнил. Скажу так тебе. Я могу сказать, что ты публично наврал насчет Юнуса. Во-первых, его сдали два брата Мялх из Сидноводска, Музаев Алихан и второй по имени Юнус. Но это не Магомадов Юнус. Если ты мужчина, теперь публично извини за то, что то наговорил. Алейкум ассалам. А это тебе Юнус Магомадов эту информацию дал? В смысле, я должен извиниться просто за то, что ты написал комментарий с твоих слов, и типа это и является истиной, что ли? Придет время, иншаллах, придет время, и все, кто замешан был в этих историях, все понесут ответственность. Как я уже сказал, пусть лучше твой друг Юнус Магомадов расскажет нам происхождение каждой награды, которая лежала у него на столе, каждого ордена, который висит у него на кителе. Пусть он нам расскажет происхождение этого ордена, этой награды. За что он получил каждую из них? За какие операции? Пусть он нам расскажет. Пусть он расскажет нам про ту награду, которую он получил за убийство Зелимхана Ахмадова. Пусть покажет нам награду, полученную им за убийство Исруди, за убийство Билала, за убийство всех этих людей, чьи имена известны. Я сейчас не буду все это называть. Пусть он нам все это расскажет. А ты, я так понял, являешься одним из них, раз ты защищаешь подполковника ФСБ, имеющего, у которого грудь просто расфигачена этими наградами. И раз ты его оправдываешь, ты один из них. Пусть Всевышний Аллах воскресит тебя вместе с ним, с Юнусом Магомадовым, с его генералами, с Путиным, с Кадыровым, всех вас вместе. Они оба сдали не только судьи, еще многих братьев. Все, Саддам, я думаю, что мы на этом мы с тобой можем закончить наш диалог. Как я тебе уже сказал, просто расскажите нам, за что получаются ордена и награды, работая в ФСБ и в Чеченской Республике в период боевых действий. За что получаются награды? Юнус Магомадов – это тот человек, который сделал для России, для вот этой вот победы России в Чечне, он сделал больше, чем Кадыров. Гораздо больше, чем Кадыров. Поэтому то, что те награды, которые получил Кадыров, они фейковые. Кадыров ничего на самом деле не сделал. Юнус Магомадов реально сделал. Реально сделал. Действительно, рискуя своей жизнью. Рискуя своей жизнью, он боролся с чеченскими вооруженными силами. Недостойно, конечно. Нельзя сказать, что он это делал в открытую. Нет. Он обманным путем. Он делал вид, что он помогает. И эти воины, к сожалению, ему верили, думая, что там родственные связи как-то их спасут. Но это не те люди, сделавшие себе карьеру в ФСБ, получившие там награды. Это не те люди, у которых есть какая-то мораль, какие-то понятия. Совершенно не те люди. Весна покажет, Саддам. Весна покажет.